идти туда, что ли? Поняла. Non Terra Plus Ultra! Ёлочка. Ёлочка лежит. Здесь ивощик второго уровня. Первый раунд. Начинаем отсчет кольца. Новое кольцо от нас далеко. Ля, как мы удачно приземлились. У всех ёлочки. Нам бы еще. Погнали! Мне бы еще пушечку какую-нибудь путевую. Здесь враг. Ля, у нее фиолка. Зумсы, приветики! Привет! А? У меня патроны закончились! Прости, вайфа, но я тебя добью все равно. Блин, может, я, наверное, 99-й всё-таки. Перезаряжаю свои щиты. Похоже, что этот чемпион мог только болтать. Хи-хи-хи. Я взяла баннер нашего союза. Ну, умничка, Эмма, умничка. Путь не близкий, и у нас на него всего минута. Так, аптечечки у меня есть? Шприцы мне нужны. А, ты не хочешь тратить свой золотой нокаут-щит, да? Ля, ты хитрожопый, прям как я. Ромочка, привет. 45 секунд до сужения. Идти далеко. Надо пойти резнуть челика. Нашего. Чё вы мне скажете по поводу микро? Лихён, привет, привет. Блять, у нас враг. Вижу тут кого-то. У нас тут враг был. Так, мне нужны тяжелые, и мне нужен. И мне нужен прицел. Тут его щит третьего уровня. А тот прицел, который мне нужен, его нету. Тогда я возьму, короче, 301-й. И пусть у меня две пушки будут на легких. Войны, кольцо движется. Внутри нет никого. Хороший выбор. Моя прелесть. Надо еще быстрее. Хочу прицел какой-нибудь. Неужели у них не было ни одного прицела там? Новые микро нет? Я просто переделала, там типа, короче, Рома говорит, он тебя глушит. Я вот хочу узнать, глушит он меня сейчас или нет. Ой, короче, этот прицел искать здесь? Нету его тут. Надо идти куда-то в другое место. Но без прицелов бегать тоже такое себе. Здесь мобильный маяк возрождения. Размечаю окружение. Короче,
Сейчас чуть-чуть паблик покатаю и разыграюсь, мышку почувствую, и потом пойдем. Рейтинг. Мы с Алисой разделились. Вместе безопаснее, знаешь ли. Ну ты сейчас там звездюлей получишь. Бестолковый мужик. Размечаю окружение. Перезаряжаю щиты. Открываю огонь. Никита, привет. Взываю к силам природы. Я хочу прицел. А, блядь, они уже тут, что ли? Гадины. Суки, блядь. Вот и все. Вот и наигрались. Ой-ой-ой. На рейтинг пойти? Ну, надо разыграться, все равно надо почувствовать мышку. Я ее еще пока не чувствую. Разве так получают удовольствие? Кого бы играет? Я с вами, дорогие мои. Перед вами чемпион. Не повезло. Будешь играть Horizon. Я кое-что понимаю, выглядит для посадки. Держитесь за панталоны, зайчата. Невесомость. Лучшее средство передвижения. Гениально. Просто гениально. Мы с Ньютом пойдем туда. Короче, надо в разные стороны разбегаться. Смысла нет, что мы сейчас на одну локацию. Перезаряжаю. Враг в нокауте. Видишь, мой пупсик бежит такой, торопится. Ой, я еще одного чела убила. Одним отрядом меньше. Новый лидер по убийству. Случайно, причем. Зажигательной гранатой чела грохнул. Блять. Бежим туда. Тихо, мужик. Блять. Щитов-то нету. Да ёпс тудей. Мою ж мать. Убила.
Бонжур, Тумлё! Бонжур, у меня патроны закончились, я не углядела! Звезда. Обидненько, обидненько. Сколько я фрагов сделала? Самурай, приветики. Сколько я фрагов сделала, интересно. Где посмотреть-то это? А, вот. Блин. А, блин! А, три. Три убийства и плюс чей-то нокнутый чел, да, был? Я, конечно, в этом сомневаюсь, самурай, но мне кажется, что этот... У меня, как сказать, хотя бы был шанс, понимаешь? Бы. Если бы у меня были патроны. И причем я бегала ящики у того, когда, ну, смотрела броник себе, и я даже не смотрела на патроны. Типа, какая звезда? Надо было тогда все сразу лутать. Может быть, и как раз щиты там были. Сама виновата. Посмотрим, долбили ли вам что-нибудь в голову на учениях. Сейчас попробую сыграть максимально аккуратно. Вот прям максимально. Сейчас старина Фьюзич. Пиши сюда. Как все делалось в моем. Под нами развернулся бой. Короче, один чел от нас сразу же отсоединился. Звездюк. Дайте пушечку, пожалуйста. Над нами челики бегают. Блин, вот сменщик это вообще, это просто, это ГГ, короче. Сменщиком я сейчас сдохну. Во. Вот это уже куда? Мне нужен броник хотя бы простой. Так, вижу простой броник. В смысле, а как я не могу взять этот? Серьезно? Не, не надо, спасибо, у меня есть. 301 мне нужен, а нету 301-го. Ладно, хрен с ним. Короче, делаем вот так. Может, здесь найдется что-то интересное. Патроны! Ой, тупизень, Эмилия. У нас новый лидер по убийствам. Он же там просканил в доме, по-моему, врага, нет? Где мой чел? Я взяла баннер нашего союзника. Половина отрядов уничтожена. Итак, что же они после себя оставили? Как он хочет жить, вы посмотрите. Феррис, приветики. Жмет и жмет.
Она мне не нужна. Зачем я ее беру? Давай уже. О, тут турбозарядник, но я его не буду брать. Здесь модификация. Турбозарядник. 45 секунд до сужения. Идти далеко, но я готова. Так что вперед. Так, мне нужны эти тяжики. Эти тяжики. А тяжиков нету. И мне нужен прицел. Блять. Эх, мужик. Слушай, ты куда я стреляю? Алло! Ты чё, блядь? Вообще? Лёшенька, привет. А почему, когда ты его видишь, Роутон вспоминаешь? Да сука! А я вообще друзей почистила, очень много удалила из друзей. Вот я не играю с челиками. Зачем сидеть в друзьях просто так? Смысл? Так, мне не нравится, как вот эта штука у меня стоит. И вот это. Я ищу кого-то особенного, но наше знакомство будет недолгим. Выстрелить, смыть кровь, повторить. Все просто. Они все еще думают, что это просто игра. Напрасно. Ну вот именно, что я стараюсь играть со своими ребятами только поэтому. Это ваш чемпион. Все, ребята, сейчас Гибралтар вам покажет. Но не относись к этому так серьезно. Мы на играх. Играх, понятно? Я выпускающая. Я выпускающая. Не забывайте следить за целью. Ну вот 70 миллисекунд, все нормально. У меня вчера FPS было 200. 200 FPS было на ой, в Апексе, представляете? И что? Еще играла бы я. Стреляла бы. Блять, он убежал. Да тварь! Убей его, пожалуйста, убей. Ревенантик. Ревенантик, ты же хороший, подними меня. Мне нужна помощь. Мне очень нужна помощь, быстрее. Давай, давай. Молодец. Пока не познаешь истинных страданий. Да вот именно, что я, видишь, я... О, ты мой хороший. Блять, мне нужно быстренько его щит взять. А, блять! Ой, блядь! Ой, блядь! Блядь, Эмилия все никак не разыграется.
Я хочу апать лигу здесь. Я хочу дойти до алмаза. И когда у меня что-то не получается, и когда тиммейты со мной, которые играют, они мне в этом не помогают, у меня начинает очень сильно гореть, и мне прям прибить этого человека хочется, понимаешь? Поэтому я стараюсь никого не брать с собой играть. Лучше я с рандомом, лучше я на рандом буду психовать, что и там свалю на них. Даже если я сама виновата, но я свалю на них, что это они виноваты. Да ты вообще! Она у меня лобуть забрала. И это. И поэтому вот я когда дойду до алмаза, когда я себя, когда я выполню свою цель, вот тогда можно спокойно играть в этом. Я буду спокойно, что да, я взяла алмаз. Может быть, даже в соло. Но это не точно. Все зависит, не все, вернее, очень многое зависит от настроения. Если у меня хорошее настроение, то да, я позову. Если у меня настроение не очень, если мне его 1000 раз уже испортили, естественно, я скажу нет, я не возьму с тобой. Опа. Блядь, долбаный Октейн, блядь. Не вижу ни хрена, блять, у него уже фиол, броня. И чё, мужик, откуда у тебя? Оказываю себе медицинскую помощь. Мои щиты перезаряжаются. Ну чё я тратила её? Так, женщина, угомонись. Тырить все. Может, да. Да, может, хорошее настроение. Но это не точно. Блять! Да выйди ты, иди туда, зайди, да что ты лежишь-то, господи! Твою мать! Иди забери ее. Красава. Перезаряжаю. Ты же не сдохнешь там, да? Открываю огонь по подопытным. Отряд ликвидирован. Одной переменной меньше. Добавляю переменную. Там враг, короче, нужно идти резать ее, наверное. Есть легкие? Нету легких. Пиши сюда. Элвин, приветики. Короче, это, наверное, крайний паблик, и потом я пойду на рейтинг. А то что-то мне скучно становится. На паблике. Хоть я и дохну постоянно, конечно.
Почему магазин? Мне нужны легкие боеприпасы. Вот энергетический. Ой, там уже все. Вообще туда сходим. Не помешало бы устроить здесь проверку. Огошечки. А, блядь, мужик не возродил. А я думала, он возродил. Такс. Это если мы будем убегать. Пустил едкий газ. По подопытным. Перезаряжаю. Граната. Бросаю дуговую звезду. Да твою ж дивизию, ты чё там делаешь? Мужик! Я под огнём. Эй! Вот гадина! Да он свапнул броник себе! Боже, мужики, добейте его уже! О май гад! Ну серьезно! Да он же один! Его еще бочки мои коцают, ну серьезно, о господи. Что, блядь, за дела? Маяк там в этом, в ящике маяк. Надеюсь, они понимают мой русский язык. Куда ты идешь? В моем ящике маяк. Как сказать по-английски маяк, что в маяк там? Маяк! Маяк там! Гад, он меня... Вот зачем он туда идет? Ну я сейчас буду без ничего, блядь. Они просто вдвоем не могли убить чела, у которого не было ХП, которого бочки жрали, плюс я его еще... Я не помню, я его коцала, нет? А, он меня тут хочет... Ну ладно, красава. Вообще-то у меня в ящике тоже был маяк. Давай, мужик, давай. Чурмаё, она бегает с пушкой в руках. Убери пушку, быстрее бегать будешь, женщина. Это тоже король... Это королевская битва, но я бы не сказала, что Warzone на минималках, знаешь. Так, надо, короче, взять броник. По бырику. И ранец. И пойти туда затариться там. А ёпс туда, а чё это то? А, я пошутил, мужики! А может быть этот есть? Блядь, шприц. Чё тут есть? Блядь. Это все херня. Патриков-то нету. Перезаряжающий ты. Вонок. Твою ж мать. А у меня щитов нету? Меня
Да отвали меня кулаками, сучка! Руся, привет! Английский язык покинул чат, да-да-да. А-а-а, горит. Короче, я пошла на рейтинг. Все, я буду платье, ой, алмаз апать. Пойду, короче. Сейчас мне нужно 274, да, третий. Это, короче, мне нужно два топа взять, чтобы первый топ, это чтобы хотя бы чуть-чуть продвинуться. Второй топ, это чтобы зайти в третью платину и удержаться в ней. То есть, если я следующую солью, чтобы она у меня осталась. Третья. И... Блять! Ну ладно, капустиком поиграю. Вот это Warface унылое говно хочу удалить прям! Руся, блин, хватит мне донатить под этим ником, блядь, на полэкрана это Warface унылое говно. И нифига не смешно, знаете ли. Жопа. Вон олень в сандаликах, нормальный ник, чё ты? Ща пока грусть, ща подойду. Блять, что-то открыло. Это мне не надо. Так, с нами летит кто-нибудь? С нами враги есть. Близко. А, нет, они туда улетели. Здесь один отряд у нас. Блять, что нахватало, вообще непонятно. Череполом зачем-то взяла, блять. Короче, челикам нужно поставить рабочку. Еще одну бочку. Броник хотя бы такой. Еще одну бочку им поставим. Бля, мужики, вы пылесосы, писец. Марвин, дай мне что-нибудь вкусненькое. Угу, конечно. 10 раз, блядь. А чё у меня хаос? Блядь, мне хаос надо сменить. Мне хаос вообще не пойдет. Ну, блядь, Нил Стар точно. Напугал меня чел. Так, это выкидываем, это берем. Так, один щит и шприцы, да, есть? Они сейчас залутаются, пока мы стоять будем, мужики. Надо идти, что-то делать. Блять, язык прикусило. Быстрее, быстрее! Всё, быстрее!
Хотя бы турбозарядник бы был, блин. Кажется, это место уже обыскали. О, тут были челики, серьезно? Интересно, куда они пошли? Пошли туда? Интересно, а куда челики ушли с той локации? Туда, наверное, пошли. А, да, враг. Так. Вот так. Осторожно, я добавил переменную. 301 хочу. Вай-вай. Без тяжиков. Может, 301 тут найду где? Нет, видимо. А, блядь, не то. Внимание, кольцо сужается. Перезаряжаю свои... Хотела еще магазин поставить. Заряжающий... По пустикам. Блин, что-то флетка мне не нравится последнее время вообще. Короче, возьму, наверное, я. А, не-не-не-не-не, ты чё? Блять, там третий магазин лежит. Ну ладно, хрен с ним. Так, а чё мне надо? Мне щиты надо, да? Здесь тоже были челики. О, броничек. Тут и вощит второго уровня. Прогуляемся-ка мы туда. Может, туда сходить? Не хочете? Заряжай щиты. Может, туда? Там закрытая дверь. Там, кажется, не было никого. Ну, по крайней мере, вот эта локация. А, блядь! Я поднял. Блядь, у них фиолочки. Там кто-то коцается на моей бочке. Надо туда уходить. Ой, блядь. Там, блядь, мужики, хорош! Пиши туда. А, нет, ну ладно. Блядь, там сзади челики идут просто. Не страшно. Ну, пожалуйста! Ну, нет! Гадины. Полгода бегала и искала, блядь, себе пушку и не могла найти. Надо было нам все-таки оттянуться, как я показывала туда. Ну ладно, хрен с ним. Пойдет. Не пойдет, так поедет. Сейчас опять солью на ноль. И потом потихонечку начну поднимать. Опять дойду до третьей. Короче, лобой пойду. У меня же была ульта готова. Давным-давно я же могла ульту кинуть. Она терпелива, в отличие от... О, господи, я забыла вообще про это.
Я бы ульту кинула, они бы убежали. Это ваш чемпион. Когда не играешь долго этим персонажем, забываешь, блин. Ну чё, мужик, куда ты нас выпустишь? Давайте проверим, что здесь. Поехали, приготовьтесь. Сады, 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 сады. Эти, наверное, на башне летят. Эти сюда. Да, на сады. А, нет, они на сады летят с нами. Там отряд. Опять, блядь, этот хаос. Да что ж ты будешь делать? Вот что случается, если забудешься. Первый раунд. Начинаем отсчет кольца. Следующее кольцо далеко, а победа есть. Ловушка установлена. Данные скоро поступят. Так, броничек. Надо вторую пушку, пойдет. О май гад! Надо менять. Надо срочно менять пушку. Вот на эту. Или даже на эту. Мои щиты перезаряжаются. Куда они делись? Нашла здесь его щит. Второго уровня. Они убежали, что ли? Такс. Где мне 301 нужен? Взгляните на мой товар. Нету тут. 301 нету. Новый лидер по убийствам. Быстрее бы с ним встретить. Хороша только та добыча, что принадлежит. Идите в магазин, залутайте, и я уберу его. Быстро. На башнях был файт. Он там и есть сейчас. Так, что здесь есть, что? Время вышло, а мы не в кольце. Двигаем быстро. Мне нужен Феникс. Чё, мне нужен рюкзак побольше бы. Блять, 301-го нету нигде просто, блять, две локации. Ой, две катки, блять, играем. Нету. Хороша только та добыча, что принадлежит мне.
Не упустите их. Я бы пошла бы уже повоевала с кем-нибудь. Но не на башне. Пошли туда. Могу поспорить, здесь есть что-нибудь интересное. На башне не хочу. На башнях там вообще. Самая нелюбимая моя локация. Там со всех щелей просто лезут. Стример, привет. Добро пожаловать. Мужики, вот там вот файт. А, блять, враг. Да. Вижу врага. Ой, хорошо, прям я его хорошо налупила. Так, он в нокауте. А, ты ж мой сладенький. Ты ж мой хорошенький. Блять, ну разбила его, ну помогите, мужики! Он реанимируется тут. Мужик, поднимай меня скорее. Быстрей. Там, сука, ревенант встает. О, блядь. Я очень сильно сглупила. Мне надо было его убивать, короче, этого ревенанта. Ну, там те были два челика, блядь. Я боялась, что они... В принципе, чего я боялась? Вот это, конечно, самое... Глупо ульта была у ревенанта. Все, под носом. Зачем ставить тотем, не понимаю. Как тебя зовут? Меня зовут Эмилия. Ну, если что, так в основную информацию в описании можешь узнать, посмотреть, почитать. А потом, если вопросы останутся, можно задавать. Опасность. И, короче... Сейчас этот ревенант еще всю игру зарешает, блядь, серьезно? Ой, красава, лучший, просто лучший. Эми. Ребята, спасибо большое за лайки. Долгим твой путь будет к алмазу. Согласна, но я стараюсь. Учитывая, что я играю только второй сезон. Я считаю, что я очень даже хорошо играю. И с первого, ну, с седьмого сезона, с первого, с которого я играю, я сразу апнула платину. Такс. Надо как-то отыгрывать аккуратно. Ну чё я не забрала этого ревенанта? Надо было забрать все-таки.
Я просто, если его вот так стрелять, сидеть в него с пушки, это было бы очень долго. То есть золотой нокаут-чит, пока пробьешь, пока туда-сюда, это писец как долго. Если его казнить, мне нужно было бы встать в полный рост. Челики, которые стояли там наверху, они меня в любом случае бы грохнули. Потому что мои челики были где-то там на мосту. Не так и не так у меня не получалось. Кто мне нужен, стример? Я что-то не поняла. Я только вчера был Gold 2, уже платина 4. Ну, с золота до платины очень легко дойти. А вот дальше с платины до алмаза. Я даже больше скажу. С платины 4 до платины 3. Это просто жопа какая-то. Тем более в соло. Если бы у тебя был другой прицел, ты бы быстрее убивал врагов. 2.4 хорошо, но неэффективно. Давайте туда, что ли? Ты имеешь в виду, который круглый, что ли? Ну, я вообще с другим прицелом играю, но я его не нашла. Не было его. Что поделать? Играешь с тем, который есть. А то и вовсе без прицела. Вот он мой прицел. Вот этот мне нравится. Который когда-то был Русин. А потом Эмма просто взяла и отжала его. Или мне кажется, или тут... Челики у нас. Первый хочу. Хочу 301. Да, оля, ты прям читаешь мои мысли, женщина. Лучшая. Так. Теперь мы ставим магазинчик. Берем ранец. Берем его щит. Берем патрики. Я тебя прикрою. Так, и мне нужны щиты. Па-парам. Пойду туда схожу. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго... Напарник по играм нужен. Ты в платине? Типа я опасаюсь брать незнакомых мне людей. Какого Леху? О каком Алексее идет речь? Так, мне не нужны патроны. Все, Эмилия, хватит патроны собирать. Так, это что? Это нам надо. У нас минута до сужения. Хватайте то, что вам нужно. Магазин третьего уровня. У меня, по-моему, третьего, да? Да, у меня третьего. Мне нужен прицел. На эту. Щиты. Ячейка щита. Вот этот прицел пойдет. Поешечки. Хотя мне кажется, я очень даже много их набрала. Ладно, похер. Так, нам надо двигать в кольцо потихонечку. Пиши туда. Пошли вот сюда. Вообще-то 10 секунд до сужения. На, понятно. Который Оукс, да, знаю. Вчера сидела, смотрела почти весь день его стрим. Он весь день играл, а я сидела весь день, смотрела. Внимание, кольцо движется. Ну, если про него идет речь. Так, мне нужен Феникс.
И мне нужны большие банки, а их нету нигде. О, файт. Ой, вон. По зипке едет. Припасы уже в пути. То есть мы в спину к ним зайдем? Конечно, нас увидят, как мы по зипке летим. Вон они. А тут и нету никого. Там кого-то видно. Эксплисит, приветики. Показался враг. Забудь. Надо еще... Если честно, Русь, я даже не знала, что его Лёша зовут. Оукс, и все. Половина отрядов уничтожена. Прекрасно. Мне больше сокровищ достанется. Показался враг. Метнула зажигательную. Кидаю осколочную. Разбила в ноль. Просто в ноль разбила его. Он сейчас убежит. Он уже убежал. One goes forward. У нас проблемы. They goes right. Сучка, я же тебя слышала, млять. Хочу большую банку. Все, молодец, красава. Я не в него зажала, на самом деле. Перезаряжаю щиты. Меня заметили. Я под обстрелом. У нас проблемы. Бросила гранату. Граната не долетела, блядь, еще. Тише, мужик. Мы с ними очень долго возимся, и сейчас придет другой отряд, это 100%. Че и зона херачит. О, большие баночки. И шприцы. Давай, мужик. Так, аптечечки, шприцы. В принципе, до зоны нам недалеко бежать. Иди сюда. Так, вот это у меня такая. Прицельчик. Прекрасно. К нам летит репликатор. Вот тут можно по зипке еще уехать, и вообще замечательно. Если меня сейчас там не встретят, конечно же. Млять, тут враг. Здесь враг. Надо еще быстрее. Он моментито. Еще мужики. Не шалим. Я вам ничего плохого не сделала. Все вроде тиммейт из прошлой игры, я того, который в рейв.
А, возможно. Я даже не обращаю внимания на Ники на самом деле. Надо, короче, в зону чесать куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Пойдем, пойдем, мужики, пойдем быстренько. Еще не хватало нам в зоне сдохнуть. No. Что он хочет? Хреново, оказывается, когда ты не знаешь английский язык. Почему лайки не ставим, действительно? Жадины. Так, что у меня по Патрикам норм, все. Большие бочки есть, нужны аптечки. Аптечек нету. Хороший выбор. У тебя есть вкус. О, так, возьмем щиты, возьмем. Короче, вот тут лежала хаешка, я ее через магазин. А, нет. Я думала, я ее через магазин взяла. Давай, давай. Так, 85. Мужик, ты чё, блядь, вообще? Блядь, вы серьезно, мужики? Прыжковый модуль на месте. Ёпс, тут и, блядь. Это просто, блядь, ГГ. Чуть не нокнул меня. Мне нужна аптечка. Шприцами буду 3 года лечиться, блядь. И раненого упастили меня, конечно. Размещаю магазин. Да что тут тоже нету аптек? Кто устроил этот подгон? Я тебя прикрою. Хороша только та добыча, что принадлежит мне. Вон там внизу враг. Блять, там еще отряд, что ли? Эй, амигос, это... Ой, мне кажется, сейчас нас зажмут. 30 секунд на то, чтобы добраться до следующего. Кидаю осколочную. Внизу, угловую... А, не внизу, да? Кидаю осколочную. Бросила гранату. Кольцо сузится через 10 секунд. Бегом, бегом, бегом! Нам надо остаться наверху. Внимание, кольцо сужается. Внимание, припасы в пути.
Из-за этого магазина зону не видно. Так, там файт. Вот эти челики, которые внизу были, они ушли уже туда, интересно, или нет? А я не вижу ни хрена. Так, чё позвоним? А, сука, сука. Пусть знают, с кем связались. Пошли вот сюда. Надо куда-то в ту сторону. Там цель. Я под огнем. Куда ты, блядь, побежала? О, блядь, мы стреляемся, герои. Ну, аптечка. Мне не нужен он. One solo. Так. And, one squad forward. О, Макс русский. Давайте в темпе. У нас всего минута, кольцо в двух шагах. They are sitting in underground. Что ты там? Пошли вот сюда. Вижу врага. Он ползает вдалеке, как маленький кукарачес. Там враг. Интересно, что он нашел. Здесь набор Феникса. Поешка кривая. Сучки, отвалите от меня со своими зажигательными. Надо быстренько забежать сюда. Зато сколько фактов, как там. Перезаряжаю. Подзаряжу щиты. Нужно перезарядить щиты. Тише, мужики! Я пошутил. У меня внизу в подвале. Разбитый робот. Я под обстрелом.
Хорош. Хорош. Не хотите мне помочь, куптики? Мужик отстань от меня. Блять, с этой стороны идут гадины. И наверху, на крыше. И везде. И со всех сторон давят. Гадины. Ну ладно. Наставник, привет. Ну, Warface попозже будет. Сейчас пока Apex хочу поиграть. Надо чуть-чуть прям поапать здесь лигу. Каким-то чудесным образом, я не знаю. Что-то игра у меня сегодня вообще не заходит. Странно как-то. Сейчас я подойду. Так, я здесь. Что-то долго запускается сервер. Я там набрала в Warface, слила до 6-й лиги, по-моему. Надо поапать сходить. Вот там игровём. Я не довольствуюсь малым. Не мой стиль. Перед вами чемпион. Мы еще не приземлились? Чего ждем? Давай. Поищем что-нибудь интересное. Все, мы до тут долетим. Я как-то не очень-то умею управлять вот этой штуковиной. Походу, мы не долетим. Сука. Так могу. Мы можем по зипке подняться. Первая кровь уже. Вот что случается, если забудешься. А зипку с другой стороны, да? Все, я поняла. Звезда. Сколько времени мы теряем, пока мы добежим до туда? Здесь есть репликатор, что радует. Что радует, сюда, по-моему, челики не падали. Пока добежала, уже и магазин готов.
А, прелесть. Пришло время для шопинга. Так, нет туда. Хороша только та добыча, что принадлежит мне. Хороший выбор. У тебя есть вкус. Так, это мы возьмем. Это нам не надо. У, а, блядь. Сканирую. Здесь специальный ускоритель. Похоже, что это чемпион. И чё, блядь, нового? Так, у меня уже второго. Минута до сужения. Время на сбор добычи еще есть. Че 301-й? Открой магазин и заткни их. Нету 301-го, сука. Сегодня вы идете со мной. Так, а какую пушку взять? Хэмлок, я с ним не очень. Ну ладно, пока его возьму. Здесь энергетические боеприпасы. Здесь специальный ускоритель. Так, пошла, я себе сделаю рюкзачок побольше. Естественно, чё бы нет. Первый забрали. Так, я тут Феникс видела. Половина отрядов уничтожена. Ни минуты не проходит, чтобы не помер какой-то дурак. Я отыскала следующее кольцо. Доверьтесь начертанному на карте. Слышите? Скоро тут будут припасы. Магазин открыт. Только для важных гостей. Спасибо. У мамочки новая сумочка. Так, вы далеко? Были далеко. Ну ладно. Там не было никого. О, вот это надо. Так, мне фэтвайн надо. Если нету 301-го. Это моя остановка. Враг в поле видимости. Надо к челику пойти. Взгляните на мой товар. Нет, и 301-го.
Блять, а я не посмотрела, флетлайн там есть или нет. Ладно, похер уже. Цель в поле видимости. Я тут выйду. Лайфа там что-то сама по себе вообще бегает. Кстати, 60 миллисекунд показывает. 70. Почему, сука, прыгает? Почему нестабильно? R2, D2, Русь, чекай. Он какой-то слабенький, его, его какой-то ну подпинал. Мне не нравится, что эта женщина шумит на своей машине. Привлекает внимание. Вон там враг. Давайте посмотрим, что здесь. Назначен новый лидер по убийствам. У нас новый лидер по убийствам. Быстрее бы с ним встретиться. Попало. Так, это наша стреляет. Не видно ни хрена. Подать бы еще. Блять, они попадают с этой, с этим хэмлоком. Я его не вижу. Хера ты метки, блять. Прикройте, используй набор Феникса. Попало. Эй, по мне тут стреляют. Прямо с яблочка. Перезаряжаю. Боги не разрушают. Перезаряжаю. Я ему всего ничего урон нанесла, он мне херакнул. А самое не хочу. Ой, тут не лутано. Тут 301 есть. Чудное время для шопинга. У меня есть аптеки? Есть. Этот подгон. Я тебя прикрою. Так, тогда мы возьмем еще одну фаешечку. Он поставил свою штуковину. А, в зону уже надо, точно. Сейчас все эти челики ломанутся на нас. Бросаю прыжковый модуль. Внимание, кольцо сужается. Да будет карта вашим проводником. Кольцо движется. А у нас же БХ может зону чекать, да? Новый лидер.
по убийству? Как интересно. Напугал меня чел, блять. Так, может флетку взять? Моя прелесть. Там по-любому кто-нибудь наверху сидит. Нет. Прыжковый модуль на месте. По мне стреляют. Бля, ты какой глазастый, блядь, ты посмотри на него. Не-не-не, мужики, я пошутил. Перезаряжаю свои щиты. Я играю с 7-го сезона. Дайте мне время. Перезаряжу щиты. Я не очень долго играю. Оттуда придут челики к нам, и мы будем. И мы будем в бутере. Нам как-то туда надо уйти. Я бы на самом деле с ними не стрелялась. Пошли сюда. Мне нужны щиты. Тебе щиты нужны? Здесь аккумулятор щита. Я под огнем. Перезаряжаю щиты. Я в нокаут. Враги. А почему ты в ранкет не заходишь? Ну зачем ты пошла? Ну ты же вайфа, блядь. Ну вот люди, не делайте так, кто играет вайфой. Меня поражают такие люди, которые играют на вайфе. Это тот персонаж, который должен играть, я не знаю, блядь. Я пала. Здесь враг. Красава. Дайте, куда не залезу, да? Не залезу. Залезу. Лежи теперь. Должна к врагу, блядь, пойти. Нас так, чтобы забрать тебя. Серьезно. Ну, там враг. Наверху враг. Стоят. Есть отряды, пусть они файтятся между собой. Соло как-то не особо играть не с кем. Ну, типа, ну все равно. Одно дело, когда ты играешь паблик. А другое дело, когда ты играешь
рейтинг. По паблик намного проще катать. Наверх побежал. Ах ты, сука, он сейчас меня увидит. Я уже в следующем кольце. Значит, будет больше времени на поиски припасов. Матвей, ну я тут с тобой полностью согласна. Куда, блядь, кольцо накинула? И очень частенько они, знаешь, пойдут, зарашут, и потом сидят, кнопку тыкают о том, что, блядь, забери меня, резни меня, возьми меня, забери мой жетон. Ну, типа, это не есть хорошо. Мешают очень сильно. Вместо того, чтобы аккуратно отыграть. Я уже в следующем кольце. Значит, будет больше времени на поиски припасов. Куда накинула кольцо? Так, 5 отрядов. 5 отрядов, понимаете? Где они все? И как они любят... когда сдохнут, орать. Что они такие молодцы, блядь, а все остальные такие тупизни. Они же не ко мне летят, да? Они же сейчас не полезут ко мне. Ко мне. Сейчас, секундочку, сейчас, Матвей, прочитаю. Удар с воздуха. Блять, удар с воздуха по мне, ну серьезно. Он сидит, меня еще учит. Пришло время добить 2 оставшихся отряда. Удар с воздуха. О, игра свинтука! Ты дура, блядь, что ли? Блядь. Бросила гранату. Кольцо закроется через 10 секунд. Нужно двигать. Да нет, пожалуйста, я не успела пушку вторую выхватить, сука. Вчера играл, у нас Wi-Fi бежала рашить, наш крипт ее раз 5 возрождал, причем само Wi-Fi дрона не ставил вообще. И сегодня, короче, я захожу, этот, может, кто из моих знает же, Филиппа, да? Захожу сегодня, смотрю, он стримит Apex, короче. Играет Wi-Fi,
у него нету ХП. Там третья зона идет, он нокается такой, блин, у меня зона съела. Я так хохотала просто, как можно вайфо играет и даже дрона себе не поставит. Ну, зато я хоть чуточку, но в плюсе. Я зато не в минус сыграла. Даже не в маленький. Вот если бы я пошла забирать сейчас их жетоны, то я бы сдохла. И у меня было бы там минус 6, по-моему, если не ошибаюсь. Тихая ярость, да. Просто... Вот моих ребят сейчас нету, с кем я играю. Руси на работе. Там еще один парнишка, он тоже на работе. А с рандомом рейтинг... Такой себе, конечно. Хотя мы вчера и с Русь сливали, да, Русь? Сейчас я подойду. Кстати, могла в легкую забрать, если бы вовремя выхватила пушку, во-первых. А во-вторых, если бы все пули попала бы в него, в этого чела, я бы в легкую могла забрать. Потому что второй челик его, он даже не торопился идти на помощь к нему. Блять, что, Мозамбик взять, что ли? Энерговинтовка. Энерговинтовка и 8 патронов. Мы уже в кольце. Ладно, побегу кругами, так для себя. Распродажа. Так, шприц вижу. Так, хаос. Уж лучше, чем энерговинтовка. Да. Здесь закрытая дверь. Посмотрим, что за ней. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Там фиолка. Мне нужен корпусный щит. Здесь Ива щит. Третьего уровня. Пробегаем мимо тяжелого магазина. Так, мне нужен прицел обязательно. Сегодня вы идете со мной. Вам не нужен магазин, смотри, челики, да? Вы так жесткий, ну ладно. Ты че не закрылся? Ну, блядь, поздно! Надо было сразу.
Потом скажут, что оба ЧСВшная для себя только магазин ставит. А ну, кстати, знаешь, и сейчас энерговинтовка неплохая. Короче, челики пошли воевать, я так понимаю. Давай, Эмочка, быстрей. Сейчас сдохнет наш мужичок на октане. Там не простреливается. А есть одна зажигательная. Они убегают от нас. Ног. Давай сюда. Блять, с другой стороны херачат по мне. Твою мать! Нету Феникса. Ля, мужики, дайте подлекаться. Так, нехиленько так. Перезаряжаю свои щиты. И поцелуй на память, Антошка, привет. Хиленько. Мы уже в плюсе. Перезаряжаю свои щиты. Дай бог еще топчик возьмем и вообще по кайфу будет. Размещаю магазин. Нет там рюкзака третьего случайно? Есть. Какая прелесть. Сегодня вы идете со мной. Хороший выбор. Так, тяжелый. Пойду, наверное. Однако, если у него соперник. Половина отрядов уничтожена. Прекрасно. Мне больше сокровищ достанется. Я там кого-то заметил. Я бы хаешки набрала, но я, блядь, набираю всякую херню. Кстати, на 301, наверное. Вот этот возьму прицел. Большие банки мне нужны. У меня всего лишь одна. Mm-hmm.
Там я не вижу никого. Куда пойдем? Мужики. Так, Антошка, привет. Вот она, настоящая оба мейн. Немного. Так, нам надо в зону. Мы можем пойти на корабль. На старт, внимание, марш! Я так думаю. И сыграть от корабля. Но они почему-то хотят... А, корабль не в зоне получается. Они хотят туда пойти. Ну ладно, пошли. Как дела, Антошка? Я забываю все тебе написать. Дать тебе люлей немножечко. О, точно, давайте покрафтим баночки. Блять, у нас сзади челы. Мужики, ну дайте мне тоже. Сейчас заберу, блять. Блин, там враг. И там что-то какой-то файт в той стороне. Мне даже третьего уровня рюкзака мало. Мне нужна дорожная сумка, блядь, здесь. Вот куда вы, блядь, летите, мужики? Посмотрим, что у нас здесь. Граната пошла! Кажется, чемпион сошел с дистанции. Они убежали! Кидаю зажигательную. Пойду-ка я наверх залезу, наверное. Я кого-то грохнула? Я сюрикеном кого-то грохнула. Поняла. Припасы отправлены. Припасы. Шикарно. А, тут дураш. Качнем орбитами туда. Мы стреляем. По мне стреляют. Перезаряжаю. Были дурилки? И нет. Так, они грохнули его. Надо идти в зону. Ну, пойдем. И чё у нас там? Внимание. Доставка. Перезаряжаю свои щиты. К нам репликатор. Мне нужно восстановиться. Вижу врагов. Вон, ползают вдалеке, как маленькие кукарачи. Никто не хочет заняться шопингом. Поешечку надо взять. Там кто-то есть. А кто вызвал маяк возрождения?
А кто вызвал маяк возрождения? Чуть не уехал. Наши? Ну, пойдем. За все хорошее, Антошка. Я кого-то увидел и не думаю, что продавца печенек. Я же всем своим модераторам люлей раздаю. У меня один остался без внимания. Почти. Тихо-тихо. Это бегал челик. На самом деле позиция у нас говно. О, млять. Перезаряжаю свои щиты. Перезаряжаю щиты. В нас стреляют со всех дыр просто. Матвей, нет, у меня... Я, в принципе, почти каждый день стримлю. Вот я 2 дня отдыхала от стримчиков. А так у меня почти каждый день стримы. Что-то мне кажется, ей так до хера всего набрала тут. О, неплохо. Использую набор Феникса. Меня ранили. Перезаряжаю щиты. Они нас пушат. Как мне кажется, мы зря туда пошли, ребят. Ну ладно. Раз уж пошли, идем вместе. Так, это у меня все есть. Хорошая лоба. Красотка. Принесла мне лут. Умничка. Могу поспорить, здесь есть что-нибудь интересное. Мы все за пределами кольца. И стена смерти приближается. Так, где она сужается? Здесь есть враг. Так, сурикен. Сурикен. И еще сурикен.
не поняла, а куда мы лететь-то собрались? Чё, я ни одним не попала, что ли? Попустик, сучка, надымил там? Ни хрена не вижу. Ног. Враг в нокауте. Нас заметил еще один отряд. Ёп, студаем, блять, мужики, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тише, 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 пупсики, не надо меня убивать. Блять. Кольцо в движении. Блять, тише, мужик. Блять, ГГ. Сука. А зачем Horizon пошла, блять, туда, наверх? Не надо было ей идти. Ну ладно, мы старались. Ром, я Apex нормально играю, нередко. Блин, вот если бы Horizon не пошла бы туда наверх, мы, может быть, и затащили. Мы, может быть, и смогли бы что-то сделать. Еще топчик надо. Для профилактики? Нет, не то чтобы для профилактики, а когда они косячат, Антошка. Ой, Рома, ой, Рома. Так, мне нужно взять еще один топчик, и я буду в третьей платине. И все будет гуд. Блин, я вайфу разбила, если бы не гиба, и если бы не эта зона, которая мне в спину дышала, ну блин. А еще, мне кажется, я зря променяла вот эти штуки, которые в зоне ставят купола. Мне надо было все-таки их оставить, чем брать маяк возрождения. Я бы сейчас его поставила на крышу. И смогла бы там заныкаться, отлекаться. Самое чувство, когда у тебя 7 ВПР, ты не готовишься, смотришь стримы. Ну и потом получишь люлей. Я надеюсь, вот это Wi-Fi не будет рашить. Ну прям очень надеюсь. Ребята, спасибо большое за лайки. Спасибо огромное. А, 7 штук. 7 штук, и ты сидишь, стримы смотришь. Мне кажется, тут мне ловить нечего. Иду туда. О, блядь, тут враг. Первая кровь. Быстро получилось. Прыжковый модуль готов. Тихо, мужик. Мы с тобой так не договаривались.
Кольцо далеко, и чем больше нас... Пришло время для шопинга. Хэмлок нужно, блядь, сменить. Но пока и без хэмлока есть заботы, поэтому... Ячейки щита. Лечения нету. Подзаряжу щиты. Эй, по мне тут стреляют. Они внизу, да, получается? Кажется, чемпион сошел с дистанции. Так, один на пауче. Враг убит. Молодец, можешь с собой гордиться. И вон там был чел. Там враг. Батут готов. Либо он уже ушел. Сука, 301-го нет, ну что такое? Не забывай, кто устроил этот подгон. Я тебя прикрою. Идите к мамочке. 45 секунд до сужения. Женщина, давай чуть-чуть порезче. Так что вперед. Там враг. Блять, разбитый. Ты ж мой пупсичек, шладенький. Посмотрим, что они нам оставили. Хорошая работа. Это мы пока что... О, 301-й! Внимание, кольцо сужается. Кольцо закрывается. Так, нужны большие баночки. Здесь затвор для дробовика. Может, посмотрим, что здесь. Че, мы не будем крафтиться? Быстрее, быстрее, еще быстрее! Внимание, припасы в пути. Припасы уже в пути. Звучит неплохо. Блять, там враг и побежал на ринг. Да я могу там накрафтить баночки себе. Вот такие, например. Ну ладно, я тут нашла. Да. Там кого-то видно. Идем в жопу. Марвин. Они просто бегут и рашат. Блять, я даже не успеваю за ними. Что, блять, за машины со мной играют? Стреляю! Эй, по мне тут стреляют. Перезаряжай. Враг в нокауте. Мне кажется, он не блочится. Надо. Еще быстрее! Если я не ошибаюсь, Ром. Готов
Так, надо кинуть туда. Брикенчик. Нокнуло. Не попала, сука. Это ненадолго. Новый лидер по убийствам, значит, ненадолго. Набор Феникса. Лечащий дрон, если кому надо. Часто по щиты заряжу. Перезаряжаю свои щиты. Они что, по мне стреляют? Чё я стою? Возле этого. Возле дрона у меня хп есть. Возьму я все-таки флатлайн, наверное, потому что... Блять, рюкзака нету побольше. А че у меня вообще? Аптечки есть, шприцы есть, банки есть? Да у меня все есть, блять. Вольная коробка наковальни нужна. А ее нет. Ну, значит, возьмем приклад этим. Здесь набор Феникса. Здесь длинный лук. Здесь прицел. Снайперский. Надо отсюда уходить уже. Как бы пора. Второй раунд. Начинаю отсчет кольца. Внимание. Доставка репликатора. Враги. Тише, 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 мужик! Разбила. Перезаряжаю. Сейчас только щиты заряжу. Они что, по мне стреляют? Заряжаю щиты. Да сколько можно? Ну чё ты не выходишь? Перезаряжаю свои щиты. Ешек ещё нету. Очень осталось хреново. Только мы. Надеюсь, на тебя можно Блять, она разбитая. Отвали. Нет, нет. Блять, все, гг, блять. Да. Дело не в тебе. Дело во мне. Ну опять, вайпа пошла первая и сдохла. Ну где твоя голова? Объясни мне, блять, чел. Или ты, блять, супергерой, писец какой, блять. Что ты летишь, блять, первый? Зачем? Блять, у меня жопа сгорает с таких челиков. Ну не играй ты этим персонажем тогда. Возьми вон Октейн и Раш. Даже Октейн и тот, блядь, сидел. А эта кобыла пошла. Бестолковая. У меня
не сгорает с таких челиков, блядь. Да, они не пойдут в зону. Они будут сидеть сейчас там и на трупиках и ждать. Третий раунд. Начинаю отсчёт кольца. Буся! Опять она с этой игрушкой. Сейчас я заберу у нее игрушку. Это еще, кстати, Ром, я убавила микро в ОБС-ке. Оно у меня прям наполовину где-то. Я просто фильтры почти никакие не ставила. Ну, типа шумоподавление, все такое. Буся. Все, угомонись, я спрятала ее. Беги, дорогой. Текай с городу. Ёпс тудей. Так, ну они знают, что есть один сольник. Сейчас легкую может топчик забрать. Сейчас подсос пойдет и все. Когда два последних отряда начнут воевать. Я уже так делала. Марвин, Марвин просто такое палево вообще. Ой, беги, дорогой. Надо было на краешек зоны куда-нибудь.
Ой, беги, у тебя тут в дыму кто-то ходит. Или мне кажется? Мне нужны щиты. Ля, у него щитов нету. Ёпс тудей. Обидненько. Досадненько, но ладно. Ему не надо было стреляться, надо было сидеть просто до последнего. Когда остались бы два отряда, тогда вышел бы и все. Ноги пошли и вышел. Ну ладно, похер. Тоже сама виновата. Полезла, блядь, за этой лайфой. Упала она мне. Вот есть... Вот я смотрю, да, вот в противоположных тимах играют челики лайфой. Они постоянно там где-то, знаете, на третьем плане. Они постоянно ставят вот эти щиты... Они постоянно выпускают дронов, когда за меня Wi-Fi играет, она постоянно рашит. Почему у меня нету такой? Там нокаешь, блядь, она тут же поднимает, она, ты опять нокаешь, она опять ее поднимает. Еще при этом отстреливает. А наша такая се. Пора добывать новое золото. Ну, будем надеяться, что вот эта вайфа будет нас поднимать. Я выпускающая, не переживайте, я о вас позабочусь. И куда? Я кое-что понимаю в выборе места для посадки. Нет. Запомните меня, друзья. Может быть, я вас сегодня убью. Ну давай попробуем. Ой. Приземлиться туда. Блять, там отряд. Го-го-го. А, блять, как? Мимо зипки. Прогуляемся-ка мы туда. Бросаю прыжковый модуль. Сейчас прилетаю, там челики. Как обычно, блять. По-моему, тут нету никого. Преданный стоп. Стопчик. Что золотое там вижу? Шлем, что ли? Да, шлем. Добро пожаловать в магазин. У меня есть как раз то, что вам нужно. Спасибо. Сегодня вы идете со мной. Делаем так, наверное. Шприцы, щиты.
хотела пикнуть. Тут еще что-то лежит золотое. Ранец. Это для вайфы. Здесь ранец 4 уровня. Лайфлайн тягет. Так, 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 так. Здесь увеличенный легкий магазин 3 уровня. Мне нужна модификация. Ствольная коробка наковальня. Открой магазин. 30 секунд. Кольцо совсем рядом. Хороший выбор. У тебя есть вкус? Идите к мамочке. Я хотела его забрать и не успела. Так, мне нужен прицел на эту. Вот. Кольцо в паре шагов. Осталось 10. Репликатора тут нету. Хреново. Где Horizon? Мы все за пределами кольца. Истина смерти приближается. Horizon. Здесь шлем 4 уровня. У меня хорошее предчувствие насчет этих припасов. Начнем? Замечен враг. Мне не хочется с ними стреляться. Но осторожно, там враг. Да. Давайте посмотрим, что здесь. Пойдем. До скольки стримить собираюсь? Не знаю, пока буду. Но у меня еще в планах сегодня Warface постримить. Тут мне ничего не надо. А ты только в Apex играешь? Матвей. Тут залутана локация, но... Но я никого не вижу. Чуть не забрала. Не забывай, кто устроил этот подгон. Я тебя прикрою. Получилось.
Далеко собрался пупсик. Так, хаешки у меня есть. Лицемер, приветики. Получила, зверюга. Так, они наверху, да, сидят. Вижу, там и там тоже есть на водопаде. Они внизу. Получила, зверюга. Наверху. Ой, блядь, я хотела метку дать, стрельнула. Пошли туда. Посмотрим, что у нас здесь. Ага. Еще ага. Ты кольцо закроется, а все вокруг пропадет. Давайте, мужики. Чуточку резче. В принципе, мы сейчас будем в кольце, даже вот сидя здесь наверху. Я еще магазинчик тут выставлю. Вообще по красоте будет. Набор Феникс у меня есть? О, у меня нету. Пошли туда. Го. Максимум, что я знаю. Yeah, they will push, they will push on top. Блять, а чё он меня не заряженный? Почти. Где мои хаешки? Вышено.
И у этого нету хаешек, чё за бред? Так, они за стеной файтятся. Зайчата, а не пройтись ли нам туда? Принято. Ну окей, пошли. А, сука, не стреляй! Тройки лучше. Косой. Теперь нужно лишь разобраться с остальными. Быстрей, 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 быстрей. Здесь уже кто-то побывал. За мной сюда. Получила, зверюга. Кольцо закрыто. Блять, ребят, ну вы очень долго. Сейчас не успеете. Сейчас вас зона сожрет. Время вышло, а мы не в кольце. Двигаем. Здесь враг. Посмотрите на небо, дорогие мои. Надо дать метку. Inside, inside. Zone, zone, zone. Come back, come back. Что здесь враг, и только тогда они побегут. Блять, у меня враг. Действительно. Сука. Блять, сука. Мне такой подтав от своих тиммейтов. Я вообще никак не ожидала, блять. Такие типа пошли туда. Я такая бегу, они. Ой, блять, нет, мы пойдем в другую сторону. До. Take him, I take him. Кажется, до было. А, дрона выпустил. Ой, блин, тебе, наверное, хотела что-нибудь ульту какую-нибудь кинуть. Зона! Кумента, йоу, приветики. Нашла цель. Это как я. Играла в лобби, потом взяла вайфу и, короче, хотела убежать из дома, свалить. И такая, дверь открываю и выпускаю дрона. Вместо того, чтобы кольцо кинуть. А, сыграю. Иногда захожу в форт, но побольше, чем год назад. Warface играл. Хотя нет, может, Warface 2 года назад. Честно, не помню. А чё ушел с Варфика? Да, и было такое, что я вообще в принципе не играю Horizon, а тут взяла что-то. Кто-то взял лобу, что ли, я не помню, короче. Ну, пришлось мне играть Horizon. И мне такие, типа, челики умерли, я забрала их жетоны и бегу, короче, от врага. И они мне кюшку, кюшку жми, типа, кричат. И я, блядь... думала, что я лоба и кидаю очень далеко кольцо, короче. А там этот лифт, короче, и он очень далеко. Они как начали смеяться.
Скучно стало, но типа в него из друзей все перестали играть, пошел осваивать новые игры, так сказать. Понятно. А мы играем. Потихонечку, понемножечку. Папара, 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 пора сделать смелый шаг. Кстати, как ни странно, тьфу-тьфу-тьфу, прям ребята попадаются, которые стараются, да, хотят выиграть. Они те, которые, блядь, бегут и дохнут. Не мы, а вы. Мы. Мы. Играем. Перед вами чемпион. Кто готов принять свою смерть? Я готова. Да, успокойся. Сейчас я. Вызис, приветики. Так. Спрыгнули и афкашим. One down. Я вырубил врага. По мне открыли огонь, друзья. Эй, как отсюда? Везет тебе, мужик. А я-то без нихера. One down. Ну вот. Ого, похоже, это был последний из их отряда. Я вовремя пришла. Ремонтирую себя. С нами один отряд был. Перезаряжаю свои щиты. Никто не хочет заняться шопингом. Не забывай, кто устроил этот подгон. Я тебя прикрою. Сегодня вы идете со мной. Так, мне нужен прицел на вольт. Быстрее бы с ним встретиться. Кольцо рядом, дружочек. Спасибо тебе, зай. Не забывай, кто устроил этот подгон. Как там? Пошли вот сюда. Блять, залезь. Робот, иди в зону чекни. Добраться до следующего кольца. Я не буду вас тащить. Здесь моя ориентир.
Ой, я вижу фиолочку. Бросаю крюк. Кольцо рядом. 10 секунд. Пусть будет. Пусть будет. Мне тоже нужен рюкзак. Кольцо уже движется по карте. А мне хватит, интересно? Должно хватить. О, не хватит. Ну ладно. Тогда сделаем бочки. Тоже не хватает. Пришло время для шопинга. У меня все уже есть, но я все равно, блядь, буду что-нибудь лутать. Моя прелесть. Буси, тише. Кстати, возрождали кого-то, только где? Вот там на батарее. Вероятнее все. Обнаружен враг. Цель в поле видимости. Угу. То, что они наверху, а мы ниже, это очень плохо. Идите сюда. Где еще мужик? Такой дерзкий, конечно, чел. Я под огнем. Перезаряжаю. Иди сюда. Мне надо подряд. Мадонна, тут не проблема. Один чел отбросил. Копыта. Перезаряжаю щиты. Я под огнем. Блять, челики, вы что, не ушли до сих пор оттуда? Мало бы. Ты чё вообще, мужик?
Ты чё так больно бьёшь? Не, я так не буду рисковать. Они сейчас пойдут нас зараж. Доминатор зря. Блять, ну ладно, не зря, молодец. Минута до сужения. Время на сбор добычи. Перезаряжаю. Я вырубил врага. Враг удаль. Выше нос. Выше, выше и выше. А, вырубили. Кто готов полетать на тросе? Я. Ну я его не вижу. Где он ходит, не пойму. Хорош. Мы убили последнего члена отряда. Молодцы. Я новый лидер по убийству. Мне надо подзарядить. В принципе, одинаково. Кольцо закроется через 10 секунд. Хватайте все необходимое и бежим. Ну же, ты мне еще пригодишься. Да, да. Адал, садись, садись, садись. Ремонтирую себя. На две тихо. Перезаряжайся. А? Он хочет от меня. Юленька, приветики, спасибочки большое. Есть большие банки. Есть Феникс. О, есть прицел. Вторая зона, сука, надо бежать. Юль, как дела у тебя? Не спрятаться, не спрятаться. Как там принц Максим? Потихонечку пойдет, жить можно. Большие банки. Репликатор упал, но не у нас, он там упал далеко внизу. Рейф знает, что мы тут. По мне стреляют. По мне стреляют. Перезаряжаю свои щиты. Перезаряжаю.
Перезаряжаю свои щиты. По мне открыли огонь, друзья. Враг в нокауте. Перезаряжаю щиты. Перезаряжаю щиты. Блять, там другой отряд. Лезь. Твою мать. Не пущу, я его и наладил. Что я не обратила внимания на то, что... Капустик там. Одним отрядом меньше. Хорошая работа. Тише, мужик. Перезаряжаю щиты. Идите к мамочке. Замечен враг. Хороший выбор. До сих пор бегаю. Да хорош, а? Чё ты нахер? Увеличенный тяжелый магазин третьего уровня. Они там где-то бегают. Мы все внутри кольца. Перезаряжаю. Ты дура, что ли? Просто прикройте меня. В принципе, мы на набережную вышли. Нас Ньютон вырубили. Погода офигенная, да? Я веду, она следует. Надо освежиться набором Феникса. Она, Иисусона. Пятый раунд. Сегодня твой счастливый день. Я помогу. Нам бы доминатор помог. Перезаряжаю. Набор Феникса. Выгляни. Убила. Мы уложили целый отряд. Очень круто. Прыжковый модуль на месте. Ёпс, туда, блядь, идите нахер! Не волнуйся, друг, я да... Тебе бы не помешало... Давай резче, мужик! Тут хорошее укрытие! Не, давай. Мне нужны щиты!
Ангу, дай. Погоди, мне нужно подлечиться. Нам нужно как-то туда подняться. Да. Sì, ma quasi finito, ancora 4 squadre. Dai, non pushate, questi devono scendere. Animali. Отвали. Твою мать! Что ты там делал? Окей. Холодно. Ты там ребенка смотри, не заморозь, женщина. Надо было его кормить и все. Мужик. Давай, мужик, иди, не ссы. Упс. Здравствуйте. Не, ну чел хорош, 8 фрагов. Осталось 2 отряда и... Ой, один отряд, и он, они... Да, они просто не дадут ему подняться наверх. Они долго сидели внизу, нужно было подниматься. Зачем сидеть, не понимаю. Типа, вообще не люблю, когда зона выпадает на, именно на эту область, потому что, блядь, потом хрен подымешься наверх. Хотя там и Pathfinder был, и Horizon, типа, можно было на ульте у них. Ну, не знаю, ну такое. Ну, тогда хорошо. Да-да. Так, мы апнули третью. Теперь идем во вторую платину. Мы умнички. Такс. Оценивает меня, дорого за это заплатит. Это ваш чемпион. Запомните меня, друзья. Может быть, я вас сегодня убью. Ой, а в смысле я одна? Что, блядь? Ой, ёбстуды, а чё я одна-то? Это же рейтинг, вы чё, издеваетесь?
штучки. Так. Ой, сейчас я открою дверь. А в Apex ты имеешь в виду поиграть? Ну, если, допустим, смотри. Если у тебя платина, то идем, попробуем. А если нет, то можно паблик сходить. Я не против. У мамочки новая сумочка. Так, ну что, мне... Ну почему как у меня платина? Если у тебя не именно прям вот знаешь, вот прям чтоб третья была платина. Неважно, четвертая, вторая, первая. Ну, пожалуйста, пойдем катаем. А если этого нету, то... Интересное до закрытия кольца. Можно этот паблик покатать просто. Мне нужны шприцы. У меня там на вышке челики. Думаю, этого хватит, чтобы найти что-нибудь. Я сейчас схожу туда. А ты даже элементарно не запустишься со мной. У тебя бронза. Только 30 секунд. Нужно потратить их с умом. Ой, нет. Вот так. У меня 10 секунд на путь до кольца. Ну чё, попробуем? Странно, сюда же летели челики. А, то есть они там пошныряли. А сюда они даже... Они, наверное, сразу файтиться пошли. Половина убита, еще половина осталась. Ну да, они тут залутали с краешку и пошли файтиться. Внимание, припасы в пути. Что-то не вижу, где они. Самое хреновое, если сейчас челики расканят. Увидят, что я одна, и просто тупо запушат меня, и все. Угу.
заволочную. Твою мать! Активирую прыжковый модуль. Прикройте. Использую набор феникса. Не хочу умирать. У меня больших банок нет, вот хреново. Короче, все, нету смысла против них воевать. Они там уже залутались по полной, восстановились все. Делаем быстро баночки и сваливаем отсюда. Я уже в следующем кольце. Репликатор. Размещаю магазин. Да отвали, блядь, мудак! Зачем ты бежишь за мной? Тварь, что ты здесь сделала? Гад! Сука! Играть научу. Ага, самой бы научиться играть. Ну как он меня играет в соло запустила? Ну нормальная вообще, нет? Разве так можно? Сейчас я подойду, пока грузится.
Так, я здесь. Стой, на полчасика еще постримлю Апекс, потом мы пойдем сделаем перестановочку небольшую, и потом я могу постримить Варфис. Олежка, привет. Оуч, оуч. Млёнь, мужики, я тоже хочу что-нибудь пострелять. У меня нету ничего. Остались только мы с тобой, друг. Не будем умирать, ладно? Меня вырубили. Млять. Да ни хрена нету. Вадины, млять. А, что за перестановку затеяла? Ну, надо немножечко. Я не слила третью? Нет, еще чуть-чуть солью. Чуть-чуть хочу шкафчики передвинуть. Надо, короче, сейчас вот эту катку в плюс сыграть, иначе я сейчас опять в четвертую вернусь. А если я вернусь в четвертую, это опять, блядь, я ее солью. Уж поверь, я знаю, что делаю. Может, капустика взять поиграть? Сейчас буду везде бочки ставить свои. Надо быстренько перебить их, чтобы успеть к ужину. Сегодня подают стейк. Перед вами чемпион. Шевелитесь или валите отсюда. Кусемик, Сережка, приветики. Да, идем мы с питочком. Большой-большой секрет. Пошли сюда. Мы сейчас этих напинаем тут челиков по-любому. И все. И мы молодцы. Млять, женщина. Мне нужен бронежилет. И ловушки кривые, млять. Ставлю. Отвали. Не понимаю, где он. В доме, что ли, млядь? Ну, твою ж мать, ну, млядь! Гад!
все, минус 36, блядь. Здравствуй, четвертая платина. Ну ёпс, туда и, блядь. И нокаешь, и бочки ставишь, чтоб они там, блядь, задыхались. И мои все равно умирают. Ну как? Отпинали, ага, нас. Меня заботят только результаты. Я такая еще мадама, я взяла, короче, бочку поставила, дверь забочила, и сама же не смогла туда зайти. Надо было наверх залезть. Что об этом я не подумала. Хочешь совет? Топай назад в тренировочный лагерь. Что лагает сервак? Сейчас буду крысить просто. До последнего буду крысить. Да, Русь. Думала, что забочу для врагов, а забочила для себя. Да летит враг. Вижу врага. Далеко. Чел выпускающий, прям как я, блядь. Нормальная такая посадочка. Что ж, это положительный результат. Пошел, так, я видела там что-то щиты, по-моему, что ли. А, да. И разбежались кто куда. Так хочется магазин поставить. Здесь у нас увеличенный энергетический магазин. Можно мне? На самом деле я бы уже пошла бы и повоевала, пока там файтились. Но мои челики решили дальше полутаться. Если увидите его, кричите. Ну ладно. Здесь тяжелые боеприпасы. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Здесь тяжелые боеприпасы. Ранец. Мне нужен прицел. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго уровня. Пополняем боеприпасы. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Третьего уровня. Здесь есть ранец. Первого уровня. Мира, я нашел патрон. Да, мне пригодится. Так, все, мне что нужно теперь? Бочки мне нужны. И можно идти воевать. Поешек мне уже достаточно.
с недостаточно. Погнали! Мы внутри следующего кольца. А нету броника какого-нибудь нормального? Спасибо. Здесь есть Ива щит. Третьего уровня. Это мое. Передислоцируемся сюда. Вот и броник. Так, у меня третьего. Мне нужны прицелы, да? Ой, вот этот прицел надо сюда поставить. Мне нужен прицел для пистолета-пулемета. Припасы на подходе. Всем в зону высадки. Замечена цель. Вижу цель. Вон там. Сучки, они меня увидели. Блять, там другой отряд. Рядом враг. Пошли туда. На зипку. Да твою мать! Они вообще не боятся этого дыма теперь. Ой ты, блядь. Им плевать, они прям в него заходят. Они со всех сторон были. Все, игра перестала идти. Нужно, короче, заканчивать, иначе я действительно солью. Все, что на Apple. Попустик вообще уже не тот. Псец просто. Им плевать, они в наглую заходят в этот дым и нокают. Стреляют. Короче, еще одну катку лобой. Хочу, короче, на рейв вот этот скин. Не писец, как долго собирать на него. Ну да ладно. Когда-нибудь соберу. Сейчас сыграю еще одну катку и все, и пойду делать. Делишки. Как в это играть? Очень просто. Эмик, поменяй игрульку, чтобы отдохнуть именно от этой игры. Ну, типа, я отдыхала от нее уже. Я бы не сказала, что я от нее устала. Просто именно сейчас уже долго играю. Ты же ей не играешь. Буду играть ей. Буду пробовать учиться ей играть. Чтобы не только одним персонажем. Я просто делаю свою работу. Потом, короче, я сделаю сейчас перестановку, потом запущу стрим по Warface. А ближе к ночи мы, наверное, пойдем играть Apex Даруси.
апать лигу. Значит, давненько не заходил, ну, наверное. Приготовиться к битве. Раньше я могла сидеть по 10 часов, млять. А сейчас, учитывая, что я немножечко болею, мне очень плохо, на самом деле. Долго сидеть. Отвали ты от меня, дура! Кобыла, млядь. Такая. Ну чё за тиммейты попадаются такие конченые, блять, не немощные, ничего не могут сделать, меня прям бесит. Зачем ты высаживаешься туда, где ты не можешь ничего, блять, сделать? Ну не можешь ты там людей перестрелять, ну не высаживайся ты туда, в жопу мира высадись и лутайся, бегай, блять, всю игру. О, господи. Ближе к ночи мы спать пойдем, а вот вечером, да, пойдем играть. Но вечером это во сколько? Я успею, надеюсь, к этому времени. Блять, горит прям с этих челиков, тупорылых. Ты не можешь ничего сделать, зачем ты туда выпускаешься вообще? Или, блять, увидят вот эту приставку YouTube и думают, блять, что писец, блять, там сейчас киборг сидит... Сейчас захерачит просто всю локацию, блядь, перевернет. Перед вами чемпион. Как закончим? Давайте сходим куда-нибудь вместе. Я дома буду часов 5-6, 5, 7, 8. Ну, я думаю, я успею. Блядь, я не успею. Я сейчас пока перестановку сделаю, пока полы помою и... Как раз время будет, наверное, часов 6. Время 3. Наверное, будет часов 6 время. Жопа горит прям с таких челиков, млять. Пизни. Ой, додик, млять. Какой додик. Надо же, млять, он у меня броник стырил. Придурок. Так, что мне взять вторую пушку? Вольт. Ранец. У мамочки новая сумочка. Так, что тут по прицелам? Прицелов нет. Понятно. Зачекай. Ги-ги-ги-ги-ги. Вот так ушки, млять, и бывает.
уровня. Надо прицел. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Третьего уровня. Так, эти у меня есть. Вот, что мне нужно. Вот, что мне нужно. Я бы на самом деле пошла бы пофайтилась. Тихо, здесь враг. Кидаю осколочную. Чашиков нету, это хреново. Открываю магазин. Взгляните на мой товар. Меня заметили. Я под огнем. Сейчас только щиты заряжу. Не забывай, что устроил. Я тебя прикрою. Хороша только та добыча, что... Перезаряжаю свои щиты. Актейн разбитый в хлам просто. Шоу, блядь. Использую набор Феникса. Да твою ж мать! Хочется взять топ и со спокойной душой уже пойти делать дела. Ну ладно, не топ, ну хотя бы там третье, второе место. Ну чтобы мне хоть чуть-чуть был плюс. Я не хочу с минусом уходить. Готов, готов. Мне уже не терпится. Ну что, побалуемся с законами физики? Я всегда выгляжу убийственно красиво. Короче, это жесткий Pathfinder и довольно-таки хорошо играющий Horizon. Это наша катка. Вот прям я чувствую. Вы уже запали на меня. Так, и нам нужно высадиться куда? Вот сюда. Туда никто не летит. Мы туда летим одним стаком.
Я патроны собрала. Надо мне, не надо. Так, это неплохо. Мне нужен ранец. Пойдемте сюда. Здесь увеличенный энергетический магазин. Третьего уровня. Магазин открыт. Проходим, не стесняемся. Мне нужны прицелы. Хороша только. А их нету. Что принадлежит мне? Ну ладно. Так, а по счетам у меня, в принципе, все есть. Аптечки нету. Блять, стрели из-под носа. Надо взять штуку. Ну, не первые уже не слились. Как бы. Это уже хорошо. Просто душка. Спасибо. Это уже мы умнички. Как интересно. Так, ну, наверное, все, надо дальше идти. Сереж, давай, спасибо. Да, Русь, да. Это карма. Бросаю крюк. Здесь набор Феникса. Набор Феникс, блядь. Здесь расширенный контейнер с припасами. Открытый. А этот ящичек еще закрыт. Трос установлен. Он вообще-то открыт, оба. Глупая женщина. Сурик прилетел, сука! Прям в меня! Иди нахер! Вот мудак! Прям в меня прилепил ее! Да отвали ты от меня! Вот какая сука паршивая! Бейте его. Куда его, блядь? Этого тоже лупите. Вот крыса, блядь, какая. Ладно, первый отряд, и мы отлетели. Короче, на сегодня хватит. Вернее, на сейчас. Пойду я сделаю, короче, перестановку. И потом со спокойной душой сяду, и мы будем играть. Только не знаю, во что, конечно. Ну ладно. Все, ребятки, я убежала. Всем пока.